Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Объемы строительства в Кировской области в первом квартале упали почти на 20%. Данные о строительной деятельности опубликовал Кировстат. За январь-март этого года в регионе построено 1109 квартир общей площадью почти 65 тысяч квадратных метров. Это на 19,5% меньше, чем в январе-марте прошлого года. Объем работ, выполненных в первом квартале, составил 3 млрд 808 млн рублей. Эта сумма значительно на 34% меньше, чем годом ранее. За прошлый год в Кировской области построено почти 13 тысяч квартир общей площадью 663 тысячи квадратных метров, напоминает Ньюслер.ру. Средняя стоимость одного квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья практически сравнялась и составляет чуть более 40 тысяч рублей. Дайджест недвижимости. В Кирове участились случаи навязывания ненужного и дорогостоящего газового оборудования. Более 10 заявлений от граждан, которых убедили установить ненужные им газовые счетчики, поступило в региональное отделение ОНФ. Кировчан ввели в заблуждение название фирм, созвучные с названиями газовых служб. Работники фирм под предлогом проверки газового оборудования заходили в квартиры и убеждали их хозяев установить или поменять газовый счетчик. Якобы это необходимо по закону, и отказ от установки или замены счетчика влечет за собой большие штрафы. Средняя сумма, которую пришлось заплатить пострадавшим – 6-7 тысяч рублей. В основном на удочку коммерсантов попадаются пожилые люди. Как пояснил эксперт регионального отделения ОНФ Александр Чиликин, деятельность этих фирм сложно признать незаконной, ведь люди добровольно соглашаются на их услуги. При этом по закону прибор учета газа нужно ставить только в тех домах и квартирах, где стоит газовое оборудование для отопления дома, а максимальный объем его потребления составляет более 2 кубометров в час. При наличии только газовой плиты установка счетчика не нужна. Активисты ОНФ призывают кировчан быть бдительными и прежде всего предупредить своих пожилых родственников и знакомых. Дайджест недвижимости. Депутат регионального ЗАГС-собрания задекларировал недвижимость в Испании. Квартира площадью 73 квадратных метра принадлежит парламентарию Сергею Редькину, сообщает «Навигатор Киров». За год он заработал 4,5 миллиона рублей. В собственности у парламентария 3 земельных участка, 3 квартиры, одна из которых находится в Испании, гаражный бокс, доля в кооперативном гараже и нежилое помещение. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.